Всем доброго времени суток! Сегодня мы приготовим салат неженский. Берем 2 килограмма огурцов, 0,5 килограмма лука репчатого, укроп возьмем пучок. Также нам понадобится столовая ложка с горкой соли, 2 столовые ложки сахара, 50 миллилитров уксус 9% и 80 миллилитров растительного масла. Для этого салата подойдут любые огурчики, даже не кондиция. Нарезаем их вот такими кружочками. Лук нарезаем полукольцами, вот так слегка разберем руками, чтобы разделились дольки. И все добавляем к огурцам. Далее нарезаем мелко укроп и также высыпаем в миску с огурцами. Все это перемешаем. Вот теперь добавляем соль. Добавляем сахар и все перемешиваем. Также мы добавим уксус и растительное масло. Все это нам нужно хорошенько перемешать. Я сначала сахар с солью перемешаю, потом добавлю уксус и растительное масло. Выливаем 9% уксус, выливаем растительное масло, у меня без запаха. Все перемешиваем и отставляем, накрываем миску и отставляем на полчаса или лучше на 1 час, чтобы огурцы дали сок. В это время мы подготовим баночки, помоем их и просушим. Стерилизовать не обязательно, так как мы салат будем стерилизовать в банках. Также в салат я добавила чайную ложку черного горького перца горошком. Огурчики простояли 1 час. Смотрите уже, сколько сока они дали. Сейчас мы их раскладываем в чистые баночки. Вот у меня получилось 6 баночек полулитровых салата. Сок я разлила в баночки, долила. Теперь накрываем крышкой баночки. Выставляем их в кастрюлю. Заливаем холодной водой. Вот я поставила баночки в кастрюлю, застелила дно салфеткой, налила воды, вот по плечике видно, да, в баночке. Теперь ждем закипания. Как только вода закипит, мы засекаем время и стерилизуем баночки с салатом 10 минут. Я закатала баночки. Вот смотрите, какой салатик чудесный получился. Огурчики поменяли цвет, так и должно быть. Теперь мы баночки переворачиваем, укутываем их до остывания, затем убираем на хранение в кладовую, либо в погреб. Вот такая у нас сегодня заготовка неженского салата из огурчиков на зиму. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока-пока.